Hello, друзья, с вами StevePro, и сегодня я покажу вам модный индикатор ХП для Майнкрафта по Expedition. После установки в вашем мире появляется настоящий индикатор ХП. Ну, большое спасибо человеку под ником Охотник, который занимается моддингом. Специально для нас он перевел вот этот мод на новую версию Майнкрафта. И что ж, этот мод, как я сказал до этого, добавляет нам индикатор. Я маленько приболел, поэтому мой голос может маленько измениться. Ну что ж, давайте проверим наш индикатор. Так, вот, примерно на этом жителе, как видите, когда мы бьем, да, мы бьем жителя, у нас появляется индикатор, у жителя 20 хп, но сейчас у него всего лишь 12 хп. И что ж, давайте его попробуем убить. Так, куда ты побежал? Стой, стой, стой. Вот, все, мы убили, и потихонечку вот эта информация падает. Так, что ж, идем дальше. Дальше у нас идет вот такая коровка, которая, наверное, тоже не хочет получить от нас, но все же она получает от нас наш урон. Так, и как видите, у нее всего лишь 10 хп, и убиваем мы ее довольно быстро. Что ж, дальше идет свинка, у нее тоже 10 хп, это довольно мало, но все же 10 хп, это достаточно для обычной свиньи. Овечка, овечка, привет, овечка, тоже 10, даже 8 хп, это очень мало. Мухоморная коровка, и у нее тоже 10 хп, как у обычной коровы. Так, куда ты убежала? Стой. Стой. Так, ну ладно. Как видите, мод довольно прикольный, поэтому я рекомендую его скачать, и с ним ваш Майнкрафт станет маленько веселее, потому что вы сможете узнать хоть какую-то информацию о ваших мобах, да. Ну вот, что ж. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.